Всем привет, с вами Квадрат. Мы продолжаем играть в игру Age of Mythology Extended Edition. У нас 19 глава, трудный первый шаг. Аркантос и Аякс должны вернуть последнюю часть Осириса, устроив неожиданное нападение на пиратскую базу Камоса. Поехали! Аякс, черные паруса! Это пираты Камоса! Ты считаешь, Камос здесь? Он здесь. Гаргаренсису хотелось бы, чтобы Камос лично охранял часть тела Осириса. Тогда у него будет очень трудный день. База Камоса хорошо укреплена. Если нам удастся захватить несколько из этих кораблей, под их парусами мы сможем войти внутрь незамеченными. Так, захватите корабли черных парусов к востоку, уничтожив базу, охраняющую доступ к ним. Блин, мне кажется, или это вот за всю игру солдаты первый раз не превратились в какашек, которые не прокачаны. Ух, нифига себе, здесь колосс у нас даже есть. Да помоги ты солдатам. Полез наверх аж на от нас. Переправьте войска на кораблях черных парусов в тыл войск Камоса к синему флагу и захватите поселение. Вы освободили нас от пиратов. Мы построим для тебя колоссов. Возвращайся, когда они будут готовы. Леже эсто. Орфос. Гэрик, интию. Энвэдж. Гэрик. Я запомнил, вы обещали. Так, вот сюда нам надо приплыть. И нас сейчас не должны заметить и атаковать, потому что мы на таких же кораблях, как и они. Контрабанда, блин, едет в пиратских кораблях. Взгляни на эти укрепления. Если бы не эти пиратские корабли, лежать бы нам замертво. Пират вынудил нас покинуть наши дома. Мы поможем вам его одолеть. Быстрее соберите большую армию и атакуйте базу Камоса. Оставайтесь под прикрытием большого леса, чтобы не быть обнаруженным до нападения.
Septimus. Пулуме. Крестьяне. Грик, таю. Нам нужно скопить силы и восстановиться за этими деревьями, прежде чем мы пойдем на штурм главной базы Камоса. Инвич. Юрифер Ак Тайю. Юрифер Тайю. Юиэр Тайю. Тайю. Юрифер Ак Юрифер. Да все, все, сейчас все будет в порядке. Времени до появления Камоса. Так, а нам нужно... До появления или после нападения атаковать? Вот это непонятно. Наверное, лучше до его появления. Ну, хотя, опять же, если он появится, тогда мы сможем его убить. Так, наверное, будет лучше. Юрифер, Герег. Юрифер. Инвич. Так, а большого золота, золотого рудника, у нас что тут нету, судя по всему? Здесь золота немного. Чтобы найти еще, нам нужно либо продвигаться вперед, либо возвращаться назад. Кстати, да, здесь, смотрите, здесь дофига рудников. Это очень хорошая идея. Так, давайте-то сразу не будем здесь заниматься добычей золота, а соберем крестьян и отправим сюда. Greg, you are air in which. Так, ну человек 6 давайте возьмем. Наверное. Или 8. 8 лучше. Чтобы не возить потом их туда-сюда. Энито, айо рефер. Энито. Энтио. Грег. Ю рефер. Ю ай эр. Энито. Ю ай эр. Так, вот 8 человек. Все, давайте погнали. Энтио. Грег. Ху иэта уит? Энио эр. Тайю. In which Ak Entio Kho in Yawit Все, отлично, вот они приплыли у нас сюда. Ну вот с этого рудника и начнем, короче. Так, все золото пошло, дерево пошло. И поеди, а давайте поедем. Мы сделали для тебя колосса. Леге, пан. Это хорошо. Фуломе. Еще будет? Энтио. Хро эн явэ. Грег. Ю ай эр. Энтио. Давайте амбар сделайте.
Юэфер. Инич. Рэк. Ак. Инвэч. Юэфер. Энтью. Юэр. Так, нам бы еще одного. Ребятам здесь нужна явно помощь. Для строительства. Antio in which in a jirek. Место для храма нам нужно выбрать. У нас тут очень сжатая территория, но пусть будет, блин, впритык тогда уж где-нибудь вот здесь. Это так, это на всякий случай, если вдруг сейчас они попрут на нас, то мы будем готовы. Так, не понял, а что у нас тут за проблемы, блин, со стеной? Что-то как-то халтурно, блин, построили. Давайте исправьте это, блин. Сюда должен быть один вход. Только через ворота, блин, больше никак. Так, человек-скорпион. Ну, давайте, я не знаю, здесь, наверное, драться будем. Скорпионов возьмем. Хотя, в принципе, вот идея с птицей, когда мы подлетели и высадились в нужном нам месте, и было неплохо. Но у нас по заданию атаковать базу, то есть сломать ее полностью. Вдрызг разнести ее. А, да, кстати. Нас проверяют здесь или нет? Было бы неплохо. Рыбачить тут, в принципе. У нас может получиться. Инвей.
Inito. You refer. Ведь золото. Воины Кимсита засекли нас. Путь больше небезопасен. Да, ну вот, то есть я не зря как бы знал, что стена сюда нужна. Так, нам надо разделить осадное оружие, орудие от основных воинов. Аркан, мы сделали для тебя колосса. Потом подтащим Суа поближе. Они тоже тут стену строят. Ничего себе придумали, блин. Так, вот у нас, значит, появились рыбацкие лодки. Сейчас будем собирать больше еды. По сути, если эту башню сломать, то можно будет вообще вот эти все места занять. Так, все, хватит. Две, три боевых, давайте, баржи. И снесем башню ту нафиг. Не. Так, ну все, сейчас у нас с золотом проблемы начались. Давайте поставим рынок. Хотя вот сюда бы крепость поставить лучше. Патрулирует, блин, здесь. Все хорошо, местность наша. Так, теперь у нас проблемы только с золотом идут. Все, зашибись, у нас теперь есть возможность обучать боевых слонов. Собственно, мы все поставили с вами, кроме памятников. Давайте зарядим памятники, чтобы делать мифических созданий. И после этого тоже отправим на еду их. И, собственно, все. На этом так потихонечку пока прокачиваем все, что возможно.
Into. You. Affair. Так, первый рудник минус. Почти. Инич, рек. Ак. Энтио. Ак. Юрифер. Герек. In which Gerek, Gerek. Все, поехали. Ну, блин, еще один, возможно, построить. Ну-ка. Я уже думал, все. Сделали для тебя колосса. Это отлично, мы их все прикатим потом. Так, все. Переезжаем. Верблюдов давайте сделаем. Все, у нас все памятники выстроены. Давайте теперь будем выжимать максимум с еды. Потихоньку, кстати, давайте начнем собирать уже армию. Успеваю, кстати, еще прокачиваться. Ну, вроде что-то еще можно здесь прокачать. Вот. Так, прочность. Вроде еще на еду было. Нету. Жаль. Так, давайте посмотрим. У нас мумия сына Сириса. Вот метеорит, единственное, что это классно. Но фениксы, блин. Вообще нифига не за нас играют. Сын Сириса, конечно, привлекателен, но вот мумия тоже. Единственное, что это вот метеориты моментально, если разнести какую-то область, да? Давайте вот хоть раз возьмем, короче, Осириса.
тем более скоро воскресим его. Почему нет? Так, все, верблюды, погнали. Посмотрим сейчас, сколько получать с них будем. По 11. Ну, блин, мало, но в принципе хватит. Так, ну вот. Где наш герой? Сын Осириса. Тебе сегодня выпала сверхмощь. Сейчас будем тебя превращать. О, воевать пойдешь со всеми. Золота не хватает, но давайте махнем дерево. Ну, как раз уже четверо. Так, это вот что дает? Осирис повелевает, чтобы империей правили два фараона, а не один. А, ну понятно. Фараона еще одного нам дадут. Но у нас уже сын Осириса есть. Модный какой. Сейчас сделаем пражников, гвардейцев и, в принципе, все. Будем пробовать атаковать. Так, у нас что? У нас дерево кончилось с вами. Ну вот сюда давайте. Сейчас тоже поедете в командировку за деревом.
Так, ну вот у нас все. Предел армии. Ждем, когда вылезут все оставшиеся, и все. И в атаку. Сейчас должны преобразиться у нас после улучшения. О, красавцы. Все, последний выйти не может. Ну ладно. Так, ну что, погнали. Блин, там эти крокодилы, петухусы, что ли? Откуда такая молния прилетела? Так, сносим все на своем пути. Ну, кстати, я забыл колоссов наших привести обратно. Ну-ка, давайте-ка, корабль. Into you. In which? На подхвате. А, это наш молнией шлепает. Так, я не могу понять, где наш корабль с колоссами. Он что, потерялся где-то, или его заметили здесь, или что? Все вызываем, то, что у нас есть. Нас тут, кстати, не хреновая армия такая встречает. А вот, блин, а. Сломали нашу посадную башню. Наглецы и подлецы. Да я понимаю, что вы тут шлепаете для меня колоссов. Так вот только где мои 4 колосса, которых я в корабле отправил, блин? Они что, утонули где-то, я не знаю. Куда корабль-то пропал? Его, походу, короче, взорвали у нас. Слонов давайте будем создавать, чтобы забодать их прийти. У нас катапульта осталась. Ты давай сюда стреляй.
Блин, козлы свалили, надо было следить, короче, за ними. Так, у нас армия кончилась. Всех наших положили. Сейчас подождем подкрепление и пойдем дальше. Иначе нас убьют. Нам надо подлечить, кстати, еще Осириса, сына Осириса. Так, нам тут не дадут, короче, походу просто постоять. Давайте на базу. Ну где-то фигня с двумя фараонами, давайте-ка для быстроты работы еще одного нам. Так, нам осталось, получается, наверх подняться и вот, в принципе, Мигдал сломать и все. Давай, погнал прославлять нашу казарму. Чтобы я увидел, что скорость обучения увеличилась. Да, вот это вот, блин, здорово. О, так ты тоже не забыл, чем занимался раньше. Все. Красавец. Отправляемся. Второй заход. Так, ну верблюды, пошли отсюда. А, они, кстати, не выделяются. Это очень хорошо. Сейчас наверх сначала поднимемся, потом, если что, спустимся вниз. Ну, ты не туда прыгнул, конечно. Ребята, да тут еще найдется работа. Слоны хороши, блин, разносят все. О, вот этот козел. Сейчас мы тебя побьем. По виде Камаса, он был обнаружен в северной части базы. Да все ему. Хреново. Все, мы победили на этом. Что ты мне говорил прежде? Кажется, что-то про то, как моя голова будет свисать с мачты твоего корабля?
Твоя голова все равно будет висеть на мачте, даже если не мне суждено ее там прибить. Да, это было круто. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, рассказывайте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.